свои открывать. О, он же Гога, дорогой, к нам приехал. Он же Гога, дорогой. Сколько тебе ждать? Я уже тут 2 дня сижу. Можно к вам в гости? Заходи. К нам в гости. Ты на каком этаже? К нам в гости, можно? Ты на каком этаже остановился? Я на 8. Ты на 8, а я на 7, видишь? Ага. Я 7 люблю. Так. Ну заходи, я буду сейчас тебе очень сильно жаловаться. Ты представляешь? На одном этаже, а я на другом этаже, на 8 этаже. На другом. На другом. Ну что, хочу пожаловаться, блядь. Да, уже сразу? Я же заказывал нормальный. Так сразу? Представляешь? Да не вид во двор, блядь, на стену, блядь. На свалку? На свалку или на стену, блядь. Не, вообще на свалку, и что? Сейчас пойду ругаться, блядь. Ага. Сейчас пойду меня. Видно, идем покажу. Нет, сейчас. Не сразу? Да сначала. Может, нам покажешь номер? А, номер? Ну что номер? Шкафчики, кондиционер, душ. Душ как номер. Номер как номер. Номер как номер. Без изысков, ничего необычного. Свет мое зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Сранья с телефоном. Это тем, кто не может остаться без айфона, без телефона ни на секунду. Вот даже в туалете можешь звонить. Селфи можно делать? Сидя. Вот так, смотри. Можно делать сидя селфи. Подожди. Видно хорошо? Все не помещается в видоискатель. Вот так. Так, нет, ну тогда это же не интересно, надо сидя. А, еще и сидя. Бля. Сидя, да. Ну сначала вот стоя, так. Потом сидя. Ага. И чтобы было видно, где это сидя. Так, понятно. Так, ну что, тут у нас фен, умывальничек, холодная вода, горячая вода. Так. Да ну не гони. Даже горячая есть, представляешь? У них... Ах, да, у них не Кличко. У них мыло не Кличко. Мыло, шампунь, кондиционер, ополаскиватели. Так, что у нас тут? Она пахнет. Палочки. Так, что тут у нас? Палочки для ушей. Эти, для ногтей. О, я хотел подпилить. Спонжики. Расчесочка. Какой-то этот вот кулечек. Так, это у нас на голову. Ну, это не шейник, не намордник. Чехольчик на голову, короче. Так. Шапочка, кепочка. Полотенечко. Угу. Чистые. Не гриб. Ладно, промолчу. Так, что там что у нас в шкафчиках? Что у вас в шкафчиках? Что у вас, ребята, в рюкзаках, а у вас в шкафчиках? Ложечка. Хорошо видно? Нет, наверное. Зрители оценят и напишут нам в комментариях. Да, губка для обуви. Угу. Ух ты, сейф. Так, ну в сейф наш кошелек явно не влезет. Не, клатч. Я второй заказал, сейчас через час. Еще один баньон. Так, это если ты замерзнешь, теплая то ли подушка, то ли одеяло. Ну да, я поехал сюда, чтобы замерзнуть. Чтобы замерзнуть. Угу. Спасибо. Так, что у нас здесь? В Одессе вылетали, утром было плюс 4. Да. Вешалочки, шкафчик. Угу. Продолжаем. Переходим. Свет, со светом проблемы, света мало, да. Мало ничего, света. Да. Ангельские глазки почти как BMW. Да, BMW. Ну вот такая у меня кровать односпальная, маленькая. Угу. Почти как раскладушка. Буду бочком спать. Так это ж... Как, придет там волчок и укусит за бочок? Да. Здесь софа раскинулся, журнальные столики. Угу. Дальше. Пуфик, журнальный столик, места для отдыха, ну, стол, ну, смотрю, зеркала. Ты прям... Зеркала. Прям... Барин, знаешь, что проблема? Барин, посмотри, какой это объем большой, да площадь. Да нет, квадратов 40, не больше, 30-40. Единственная проблема, что нету телевизора. А, как это нету телевизора? Что это зеркало? Подожди, стоп. Все, разбил уже, что ли? А что зеркало? Не понял. Телевизора нет, представляешь? А, какой-то глюк был видно, что-то мне показалось. Солнечный зайчик. Да. Этот, лучик. Ой. Опа. Не...
И вот за голову схватился. Даже он. Сейчас смеяться будет. А это как раз именно тот случай, когда свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Ага. Вот где говорящие зеркала, а не в ваших сказках. Ну, хотя да, со сказки да, все и пошло, тогда предсказали. Да, такого я еще в Дубае не видел. Пошел. Подожди, дай прийти в себя. Я такого в Дубае не видел. Что, серьезно? Сквозь зеркало, дорогие друзья, там телевизор. Я не попаду в параллельную реальность? Там, да, ты уже оттуда не выпрыгнешь. Все. Так, что у нас тут? Водичка. А подсветить нельзя ничем? Подсветить. Нет, ладно, я думал сверху. Сейчас, ладно, не будем включать. Покажи нам, что там у нас есть. Стаканчики, чашечки, сахар, чай, шиповник, чай какой-то мятный. Так, ложечки, открывашечки, стаканчики, чайник, кофе. Так, что у нас так, тут? Телевизор меня свозил насмерть. Все, наповал. Угу. Все. Не, подожди, смотри фокус. Угу. Смотри. Оп! Зеркало! Бля! Смотри, меня в телевизоре показывают! Быстрее да, снимай! Гони, я да. попал на ТВ, бля! Ты я попал. На ТВ попал! Круто, все, ты попал на ТВ! Сейчас соседи прибегают, что тут за вопли идут. Круто, ты попал на ТВ. А ну, покажи, это точно ТВ? Соловьиный помет просто отдыхает и нервно курит с дырами. Угу. Так, точно ТВ. Покажи еще раз. Не исчез? Не знаю. Так, пока он будет прогреваться, там ламповые. Ламповые, что? Да. Подожди, пока будет... Не, ну я просто не могу в это поверить. Ой. Неужели я снова на ТВ попаду? Тихо. Все. Как, что у меня с прической? Не, это был глюк. Как? Точно глюк? Слушай. Это было... Где он? Опа. 1+1 есть, слушай? Да. Так, ладно. Так, это что-то я не то нажал, ладно. Так, что, на чем мы остановились? Сплит, кондиционер. Угу. Ты пить, кстати, холодненького хочешь? Чего? Холодненького пить хочешь? Пить хочу. Пивка? Заходи с этой стороны. Пивка, что ли? Для рюкзака, да. Так, ну, наши дорогие друзья позаботились о нас. Они знали, что мы целых 1,5 часа летели. Угу. Так, сок персик с яблоком. $5. Такой же. Еще $5. Так, холодненькая Nestle водичка. Еще $5. Что у нас? Две кока-колы. Подожди, я уже сбился со счета. Две фанты. Угу. Две фанты. Не ваши фанты с пальмового масла. А с настоящей хорошей воды вкусной. Кока-кола две штуки. Так, и там еще какая-то боржоми, че шо? Сифа. Так, еще минералочка. Ну и сколько это удовольствие выходит за каждый вечер? Ну вот такая $3 одна стоит. Такая 2 это обычная. А, это сок тоже $3. В самолете компании Fly Dubai. Да. А здесь, друзья, это совершенно бесплатно. Ну в смысле как бесплатно? Входит в стоимость путевки. Да ну, что, $3 платить? Угу. Ну ты чего? Ой, с газом. А ты чего? Ой, с газом. Ты чего, попал? Вот $3. На $3? Вот так вот запросто? На ровном месте? Легкая минеральность. На ровном месте? Отлично, холодненько. Подойдет. Так, тоже шкафчики. Угу. А тут? Вот, ну ладно. А там? Туда не надо. Ясно. Туда тоже не надо. Сюда тоже не надо? Сюда тем более не надо. Все, никому не показывать. Так. Так, и наконец, и наконец. Где твоя стена? Где твоя свалка? С видом из окна, да. Дорогие зрители, это издевательство над украинским безработным. Как так можно? Что вы себе позволяете? Приехал в чужую страну. Как вы встречаете? Посмотри, вид на стену. 2000 километров улетел, 2 часа. Вид на стену. Да. Ты готов? Угу. Лучше сядь. Я? Лучше сядь, да. Ага. Дорогие друзья, мы вместе сядем. Лучше сядь. Сел. Так. Ох, какой свет ударил в глаза. Я не понял. Черт побери, ну как это называется? Что это такое? Я не понял. Подожди, а ты вообще на море поехал или на реку? А я и туда, и туда. У меня все, all inclusive. А у тебя удочка какая? И речная, и морская, и океанская. Не, ну в смысле электронная?
естественно. Ага. Других не держим. И запас динамита. Ну что, а как тебе вид из окна? Спроси наших дорогих зрителей, нравится ли? Ну, дорогие зрители нам напишут в комментариях, что они по поводу всего этого думают. Так, а здесь у нас вечером дискотека, вот там вот живая музыка, вокально-инструментальный ансамбль. Так, ты мне штатив не свалил, у меня тут скрытая камера стоит, тихо. Да подожди, ты меня сбиваешь. Так, что там, мини-гольф. Что у нас еще? Рассказывай, ты же у нас... Шахматы, о, шашки. Боулинг. Боулинг это или нет? Да, мини-боулинг. Мини-боулинг, шахматы, шашки. Чапаев? Да, бассейн, друзья, у нас с другой стороны. Ага. Это уже соседи. Так. Седьмой этаж, хочу сказать. А это что за древние греческие галеры? Я хочу обратить особое внимание на цвет воды. Это она не цветущая, это она имеет такой настоящий цвет. Причем не воняет, ни комаров не воняет. Вот такой вот изумрудный цвет воды. А соответственно, через с той стороны отеля у нас Белое море, как я его называю, или как вы называете Средиземное море. Там уже будет вода цвета морской волны. Так, это у нас верфи старинных дредноутов. Да. Броненосцы. Потел. А наши зрители тебе почти поверили, да? Как прям как депутат. Ну прям как. Думай.